Писать грамотно – это модно. В век современных технологий, когда мы зачастую общаемся при помощи СМС, соблюдать правила орфографии и пунктуации – просто лень. Акция «Тотальный диктант» призвана разрушить стереотипы. Начитанность и грамотность письма сегодня в тренде. Образовательный флешмоб, который прошел по всей России, поддержали крымчане. 250 желающих протестировать свои знания. Это примерно в два раза больше участников, чем в прошлом году. «Тотальный диктант» в столице писали на 6 площадках. Среди простых симферопольцев и сотрудники сферы образования, в том числе министр Наталья Гончарова. Для географа по специальности участие в акции – это не только личная проверка, но и возможность популяризации самого проекта. Давать заряд и энергии, и характера, все, что касается образования. Мы последние годы сели за компьютеры и очень редко держим ручку, чтобы не только продиктованное написать, да, а и свои мысли изложить. Поэтому это даже каких-то 20-30 минут будет хорошей релаксации. В тексте «Волшебный фонарь» Евгения Водолазкина достаточно сложная пунктуация, поэтому прежде чем приступить к написанию, вспомнили основные правила. Результаты диктанта озвучат 25 апреля. Все отличники получат специальные грамоты. Ирина Гратила, Сергей Козырь, «Время новостей».